Выписали в шиншилке для удаления клещей пинцет. Шиншилка, как всегда, отправила все быстро, вовремя. Сейчас мы посмотрим. Так как мы на природе сильно часто с нашей собачкой, Лакушечкой, сейчас мы посмотрим, что... представляет пинцетик. Легенький, можно повесить просто как брелок на природу. Видно, да? Так. Ну, как бы если в шерсть. Если раздвинуть, ну, думаю, будет удобно. Потому что нам клещей, конечно, приходится отлавливать. И поэтому мы заказали такой пинцетик. Будем надеяться, что нас выручит. Конечно, будем надеяться, что мы вообще клещей не поймаем, да, Лаки? Лаки моя хорошая, что мы вообще их не поймаем. Но зато у нас будет, если что, чтобы не руками. Хотя мы выписываем в шиншилке симпарику таблетки, постоянно даем. Но надо еще и такие приспособление иметь. Как будет в работе, потом узнаем. Пока рекомендую, недорого, легенький, как брелочек повесить. Думаю, пригодится. Спасибо, шиншилка.